чем звонче какие-то события, тем и город будет восприниматься немножко по-другому. Третья столица же мы, как говорят, поэтому мы достойны. Самый лучший город в России, я считаю. Много гостей, для города очень хорошо будет. В бюджет деньги придут. Ну, я надеюсь, может, метро достроят, следующую станцию. Ну, а какие еще перспективы? Ну, наверное, развитие туризма. Будет приток людей, посетителей из всех стран, городов разных. Может, что-то, да, и обновится. Дороги обновят какое-то. Еще, может, какие-то инфраструктуры. Ну, снова чисто станет так, аккуратненько. Ну, приятнее будет по городу ходить. Будут за всем следить, за порядком, за чистотой. Хулиганов меньше будет. Потому что молодой прогрессивный город, вернее, не молодой, а молодежный. Наверное, должны молодые люди в первую очередь, да, об инновациях узнавать. Наверное, поэтому. Больше будут знать, что есть такой город на Урале. Екатеринбург. Люди будут интересоваться нашим курсе, городом. Курсы, деньги, доллары, евро. Все нам, все на Урал.